там люди є? Так, піднімай на состав. Піднімаю, начальника підняв. Так всіх, весь офіцерський состав, офіцерський корпус піднімай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, 3-й и 4-й блок горит крыша в результате аварии и взрыва. Увидел, его, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков. Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3-й, 4-й блок горит крыша. Алло, Полесская? Да-да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша 3-го, 4-го блока. Блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи. Выше, во-во-во. Держи это место. Держи. Где дым идет? Где дым? Видно трубу. Второй очереди. Справа блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи! Выше! Вы, во-во-во! Держи это место! Держи! Где дым идет? Где дым? Вот так держи! Так держи! Вы видите редчайшие кадры. Это пятна раскаленной графитовой кладки. Их высокая температура способствовала сильному восходящему потоку, а с ними из шахты реактора выносились радиоактивные частицы.